мысль, волнение без названия. Почти 50 лет в самых больших залах мира выступала эта пианистка. Но лишь теперь она решилась наконец сыграть 32-ю сонату Бетховена. Нужно было пройти весь путь от страдания к радости, узнать всемирную славу и без колебаний отвергнуть ее, мужеством и жизнелюбием пересилить все невзгоды и потрясения 20 века, чтобы сложилась музыка, запись которой вы слышите первыми. Многие укоряют Веру Августовну за взрывчатость, за дерзкое переосмысление всем известной музыки. Но она слушает только себя. Я не говорю, что так лучше, у меня по-другому совсем. Природа. Просто у меня так получается. Просто так она слышит музыку. Музыка для нее что-то недосягаемое, недостижимое. Вот Бетховен. Ну, Бетховен, мысли идут дальше, чем инструмент. Не хватает, понимаете, рояль не хватает. Но как же играть невозможно? Только в поиске, в переменах. Для Лотар Шевченко найти означает лишь одно. Все время искать. Музыка – то самое свободное искусство. Сегодня все так, завтра будет по-другому. Завтра будет по-другому. Потому что музыка безбрежна в мысли, в чувстве, в красоте. Thank you.